Объявляла кастинг, но я его не делала. Я хотела сделать, но ты меня опередила. Я встретила тебя и доверилась тебе. И привела тебя сюда. Для серьезных отношений, не играть в игрушки. Я с первых дней с тобой здесь. Я тебя не предавала, я тебя не отказывалась. Я тебя ни на кого не променяла. Это не показатель для тебя? Ну, вслед того, что ты ходила на какие-то свидания и ходила, раздевалась, да, то, конечно. Ты больной сейчас человек. Ну, конечно. Что-то заладил. Ну, конечно, для чего я это делала? Конечно. Это ты сколько раз мне предавал, отказывалась, я все тебе прощала. Что, сколько раз? Сколько раз? Сколько раз? Я не хочу с ним разговаривать. Я не хочу с ним вообще даже спать в одной кровати. Я тебя умоляю. Я тебе скажу так, что, Оля, я тебя люблю. Но я не готов к свадьбе. Я не хочу это слышать! Твою любовь, ты еще ржешь, ты скотина! Нет, Оля, ты успокойся. Я его ненавижу просто. Держи себя в руках, Оля. Ну, как он у себя будет держать в руках? Ну, я не готов к свадьбе, ты понимаешь? Не готов я еще. К свадьбе не готов, ты такие слова ей говоришь. Никто на кастинг не пришел, на таких, как ты, не женятся. Ты вообще... Он сейчас с башкой дружит вообще, что он говорит-то, какие слова? А как ты с ней тогда встречаешься? Сам себя унижаешь. Если ты унижаешь ее, ты сам себя унижаешь в первую очередь. Ты за ней бегал, ей ноги целовал. Сам себя унижаешь.